Всем здарова, с вами Вова, компания Electronic Россия, и у нас сегодня обзор новинки. Как говорится, все новое, хорошо забытое старое. И частенько до сих пор спрашивают про модель 106, про модель 108, пришли их аналоги. Особенно популярны у аниматоров. Electronic 3040, новинка с динамиком 12 дюймов, и Electronic 3039 с динамиком 15 дюймов. Electronic 3039 у нас 15 дюймов твиттер, 2 радиомикрофона, аккумулятор 12 вольт, 7 ампер. И Electronic 3040, динамик 12 дюймов, твиттер, 2 радиомикрофона, аккумулятор 4,5 ампера, 12 вольт. А также я вам представлю, у нас есть такие штативы под эти колонки. Да, эти колонки ставятся на штативы. Можно их не только на пол, на стол ставить, а просто поставить на штативы, расставить как вам удобно. Ну а теперь давайте вскроем и ознакомимся с ними поближе. Сразу по штативам. Большой штатив высотой до 1,80 м, маленький штатив до 1,100 м. Высотой будет 1 м, плюс еще колонка по метру. В комплекте со штативами идет площадка. Можно устанавливать свет. Допустим, лазер, куда нужно, туда подвесили. Также в комплекте идут 3 фиксатора. Один как раз для той самой площадки. Один для ножек. Их регулировать по ширине. Второй прижимать саму штангу, и в этой штанге есть отверстие регулировать по высоте. Вот такой клин вот так поставили, все, штанга никуда не съедет, не уедет, колонка не упадет. У большого штатива длина ножек 62 сантиметра. У маленького 38 сантиметров. Друзья, ну а теперь давайте ознакомимся с комплектацией. В комплект поставь входит 2 крутых радиомикрофона с дисплеями. Шнур зарядки восьмерка стандартный. От 220 вольт. Кабель AUX RCA. Можно к диджейскому контроллеру подключить и управлять колонкой с контроллера. Пульт дистанционного управления. И инструкция на русском языке с иллюстрациями. Вот такая у них крутая подсветка. Управление удобное, все сверху. Есть колесики для транспортировки. Телескопические ручки. Кстати, у маленькой она длиннее. Из-за того, что колонка короче, чтобы удобнее было перевозить. А теперь давайте ознакомимся с панелями управления. Вот они выглядят спереди. Динамик 12 дюймов твиттер, динамик 15 дюймов твиттер. Металлические решетки. Сверху шестиполосный эквалайзер, LED-дисплей с индикацией зарядки. Шнур питания 12 вольт можно подключить от автомобиля. Зеленая заряжена, красная разряжена. Два индикатора есть. AUX, приоритет микрофон, гитарный вход, микрофон и вход. Это проводные микрофоны, можно подключить. Три карты памяти подключаются, USB, SD, microSD. Мод переключения режимов есть. Bluetooth, FM-радио, AUX, ну и флешка, когда будет вставлена флешка. Repeat, запись, TVS, клавиша Play. Две такие колонки можно соединить между собой без проводов. Предыдущий трек, следующий трек. Тут настройки микрофонов. По центру экстра бас. Если вам не хватает баса, допустим, на маленькой громкости, можно накатить бас. Есть эхо на микрофон, гитарная громкость, управление подсветкой и Bluetooth. Можно отключить, Bluetooth Disconnect написано. У вас кто-то подключился, взяли его, отключили и сами подключились. Бывает такое, кстати, давно эту кнопку просили. Вы по-любому уже спросите, соединятся ли они между собой. Две разные, но похожие модели. Вот я Bluetooth включил, зажимаю TVS, вот BTST, BT. Колонки соединились. Значит, можно взять такие две модели 30
40, 30, 39 и между собой их соединить. По ТВС они коннектятся. Попробуем подключиться. Я сейчас подключаюсь к 30-40. Я сделал главный. Вот, отреагировал еще. 30-39. На эту громкость была убавлена. Сейчас что-нибудь включим. Так, заиграли у нас две колонки, обе играют. А теперь попробуем кнопку Bluetooth без сканера. Все. Телефон отключила от Bluetooth. Отключилась. И в режиме поиска очень удобно. Если у вас кто-то подключился, или вы подключились с нескольких устройств, вы не знаете, какое подключено, просто отключаете и подключаете заново, с какого вам нужно. Чуть сделано, чтобы было видно. Вот, значит, у каждой сзади ручка есть, информация об акустической системе. И вот у 3040 у маленькой нет FM-антенны, а у 3039 есть. Если у вас плохо ловит радио, берите 3039. Ну, а также здесь есть колесики для транспортировки. По бокам ручки можно ее переносить. И снизу видно у нас колесики и стакан с прижимным болтом на каждой акустической системе. Итак, друзья, с панелью управления мы ознакомились, нашли крутую функцию Disconnect Bluetooth, очень, кстати, удобно, и уже кто-то ее просил, это я точно помню. Разница между колонками в динамиках 12 дюймов, 15 дюймов, и вот 30-39 есть еще внешние FM-антенны. Если кто-то в даче в огороды, где плохо ловит радио, то лучше взять 30-39. Цена у них отличная. Маленькая стоит 14-400, большая стоит 16-200. Это очень хорошая цена. Давайте по габаритам. 30-39, высота 71 сантиметр. Ширина 44 сантиметра, глубина 37 сантиметров. 3040, высота 59 сантиметров, ширина 36 сантиметров и глубина 36 сантиметров. Давайте их взвесим. Ставим 3039 на весы. Весит она 16 килограмм 300 грамм. И ставим 3040 на весы. И она у нас весит 12 килограмм 200 грамм. Ну что, по весу 16-300, 12-300. Разница у них в 4 килограмма. Давайте их теперь установим на штативы. Штативы, напоминаю, они продаются отдельно. Если вам не нужно, вы просто покупаете колонку. А если вам уже нужно будет штатив, то можно выбрать себе маленький или большой. Большой он для тяжелых колонок, для более устойчивых ножки шире, устойчивее. А маленький штатив для маленьких колонок. Устанавливаю, проверяем на трех треках. А вы напишите обязательно в комментариях, что вам больше по звуку понравилось. И вообще в целом, как вам они по звуку. Друзья, настройки у нас одинаковые. Громкость на 50%. Тут верха средняя чуть-чуть убрана. На второй колонке абсолютно так же. Экстра бас. Убираем. И без него будем слушать. Друзья, ну что, колонки стоят на штативах, громкость на них одинаковая, 50% громкости, потому что камера стоит близко, иначе будет забивать микрофон. По Bluetooth 3 мелодии, Metallica, спокойная мелодия и Scorpions. Начнем с Electronic 3040 и буду переключаться на Electronic 3039. Где-то здесь вверху будет написано, какая из колонок звучит. Погнали!
напишите, как вам по звуку и какая больше понравилась, какая звучала круче на Металлике. А теперь Scorpions. Scorpions, теперь включаем спокойную мелодию. Звучало круто. Напишите в комментариях, что вам больше понравилось. Давайте теперь замерим шум шумомером. Итак, замер громкости. Начнем с 30-40. Расстояние метр. Максимально предельные возможности от 80 до 130 дБ. Включаем на Металлике, проверяем. Так, и 30-39 у нас готово. Расстояние метр. На том же треке, на Металлике. Проверяем, включаем. Друзья, вот так вот круто они отзвучали на всех трех треках. Давайте подведем итоги. 30-39, 30-40, аккумулятор 30-40, 4,5 ампер, 12 вольт. Электроник 30-39, 7 ампер, 12 вольт. Заряжать можно от сети 220 вольт и можно питать от 12 вольт. Кабель в комплекте на 12 вольт, к сожалению, не идет. Ставятся они на штативы. Крутая подсветка. По-любому будете спрашивать, кстати, насчет подсветки. Подсветка, во-первых, она меняется здесь. И долгим удержанием она будет отключаться. Вот вы где-то на природе отдыхаете, не видно будет подсветку на солнце. Для экономии энергии просто ее отключаете. По поводу запаха спрашивают. Резких запахов нет. Даже если какой-то начальный запах есть от акустических систем, не обязательно от этих. Через 2 недели его как не бывало, это проверено. У меня так было, я себе покупал новую акустическую систему, запах был, через 2 недели его не было. Хранилось на балконе, ничего страшного. По поводу фона, фон слабый есть. Есть слабый фон. Но он вообще не критичный. Чуть громкости добавили, его не слышно. Чем больше и мощнее акустическая система, тем больше фон. Мощность 30-39 120 ватт, электроник 30-40 80 ватт. По ценам я говорил, купить можно по номеру телефона, который всплывает на экране, вайбер, ватсап, телеграм, пишите мне, объясню, как купить. Цены крутые, а также ссылку на них я оставлю в описании. Можно заказать будет прямо на нашем сайте, там заказать, оплатить, прислать мне чек, я сделаю видеоотчет,
и отправлю. И ссылки на штативы я также оставлю. Прям подпишу, где маленькие штативы, где штатив побольше. Хотел бы еще отметить, колонки стояли высоко, можно еще сделать выше. Стол был свободный, ничего не мешало, это очень удобно для диджеев. И я сзади не так явно слышу звук. Они ко мне спиной повернуты. Пластик толстый, качественный. Я звук, такое приглушение слышу, поэтому я выходил послушать, действительно так играет. А уже когда выходишь, тут они реально сочно, хорошо играют. Сзади глуши, они работать не будут, мешать диджею. Вот если вы диджей, это прям вот тема для вас. И в сад-огород. Цена-то у них хорошая. Взял большую колонку, хоть там на 15 соток уйди картошку сажать. Радио включил, телескопическая антенна есть. Все очень круто. Тяжело носить. Хотите, есть колесики, есть телескопическая ручка. И по бокам две ручки. Можно вдвоем ее взять и нести. Если какие-то вопросы есть, оставляйте в комментариях. Ну а если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока.